Началось. Что-то не так. Эшли, побудь здесь. Честно говоря, не помню даже, что там будет за битва. О, Аду поймали. Так, ладно. Эйда. А это что такое? А, страшный какой. Пора использовать новые трюки, так как эти уже устарели. А, он спас ее, красавчик. Ты в порядке? Мне уже лучше. Что смешного? Думаю, ты знаешь. Американцы всегда выигрывают. Такое происходит только в голливудских фильмах. Мистер Кеннеди, вы меня забавляете. И в знак моей благодарности я верну вас из вашего мира клише. И у него во рту глаз. Ой, какой красивый стал. Офигеть. По глазам надо бить. Буду бить в глаза сейчас. Вон у него на лапах эти глаза. Тревога, лифт будет заблокирован. Ну, я понял. О, черт, оно уже идет на меня. Что делать? Да, я такой. Я побежал. Тут есть бочки, кстати. Одна бочка, по крайней мере. Где эта тварь? Где глаза? Что делать-то здесь? А, вон, тут надо бежать сюда. Я успел? Мне кажется, я успел. Реально надо было просто переместиться, походу. Ну, возможно, я точно не знаю. Если все работает. Ой, что так? Нифига себе. Он так может? А я вот этого не знал, честно говоря. Надо бежать, походу. А, они открываются, и они поднимаются и опускаются, короче, эти штуки. На тебе глаз. Вроде попал. А теперь надо в морду ему выстрелить. Стоп. Есть, хороший выстрел был сейчас. Так, ладно, пока торопиться не будем. Давай пусть подойдет по мне. Только не знаешь, что он тут? Блин, он что-то швыряется в меня чем-то. А я еще ему попал в морду. Да, сейчас глаз свой показывай. Хорош, давай еще. Так, еще раз зарядил ему. Неплохо. Так, где этот? О, побежали. Все, я побежал. Так, этот тварь ползет, а там есть у него, кстати, бочка. Видели там бочка? О, нормально. А я не попаду сейчас, да? Я не увижу его глаз. А вот. Хорошо. У меня еще базука есть, я ее потом использую. Сейчас добежим до последней локации. Наверное, локация последняя будет как раз. Хорош. У меня получилось. Плохо. Где он? Сейчас к бочке подпустим его и взорвем. Давай, иди сюда. Что он делает там? Офигеть. Вот это было неожиданно. Я не думал, что он снесет эту штуку. Честно скажу, не ожидал такого от него. А, ладно, да, гранаты закидаем его. А я не знаю, попал я в него. Он сейчас глаз покажет свой, нет? А с базуки, может, попадем? А я попал вообще? О! О, еще одну кинула. Слушай, а прикольно. Я возьму, конечно же. Где она? Куда она кинула-то ее? Подожди, а куда она швырнула ее? Ребята, вы поняли, куда она кинула? Я что-то не заметил. Блин, что-то псих. Отвалит меня. Может, на лифте подняться или спуститься? Что-то такое. С тем не работает. А, походу, надо обратно бежать. Не, ну, мне так кажется, по крайней мере. Куда она киданула-то ее? Короче, обратно надо щемиться.
Подожди, а у меня же тут есть этот. Бочка тут, сейчас мы ее взорвем. Давай, сейчас мы тебе в глаз еще стрельнем. Потом за базукой побежим. Где у тебя глаз стоит? Два раза сейчас шотик дадим, два шота. Подожди, где? Куда? А, ну ладно. Блин, сейчас... А, вот там трава наверху. Короче, ждем, когда мод сейчас поднимется. А что за штука, я не пойму. Чего? Вот это ему досталось. Мне кажется, умер. Нет? Он загнулся, что ли, ребят? О, там что-то какая-то штука выпала. Мне даже базука не понадобилась. Не, ну красиво я его в конце. О, что такое? Извини, Леон. Передай мне это. Эйда, ты прекрасно знаешь, что это. Там какой-то большой бонус лежит после этого босса Садлера. Хорошо летит. Надо забрать. Не волнуйся, я позабочусь об этом. Эйда! Мне уже пора. И на твоем месте я бы тоже покинула этот остров. О, нет, только не говори, что... Блин, бежать теперь надо будет, да? Вот, лови. Ну я хоть бонус заберу сейчас. И поторопись. До скорого. Все бы суперагентши были бы так одеты всегда. Да. Забавный мишка. Забавный мишка. Так, у нас осталось буквально 2.5 минуты. Щемимся. Забираем. Подожди, вот ракетница, а это 100 тысяч. Подожди, я не в ту сторону. Какого черта, что я здесь делаю?